Чудо китайской инженерии в маленькой компактной коробульке. Вставляются две батарейки типа 3А. Ну и, собственно говоря, ключ насадки с переходниками. Включаем. Ну, поставим, допустим, 9,3. А, надо относительно этого же пробовать. Или щелкиваем. Да. Все, конечно, хорошо. Вот только инструкцию бы почитать на китайском. У меня даже английский есть. Так, так, так. Бла-бла-бла. Мануал. Тын-тын-тын. Аларм. Попробуем покрутить. Так, сбрасываем на ноль. Выключили, включили, сбросили на ноль и смотрим показания. Ну, жмет хорошо. Так, выставили пиковый режим. Так, увеличим до 213. Вот так вот он реагирует. Всего лишь на все надо было перевести инструкцию.